В зале ЦСУ «Нейтрино» для торжественной церемонии юбилея собрались действующий состав части, ветераны, коллеги и почетные гости. Войсковая часть 3678 – практически ровесница Смоленской атомной станции. Она была создана для обеспечения безопасности на атомном объекте. Директор САЭС Павел Лубенский высоко ценит труд бойцов войсковой части. Важность той задачи, которая стоит перед нами, она подтверждается временем, в котором мы сейчас живем. И слава Богу, что у нас есть воинская часть, у которой боевые командиры, боевые офицеры, дисциплинированные солдаты, которые правильно понимают поставленную задачу. И благодаря вам, уважаемые, мы выполняем задачу, мы спокойно приходим на работу. И мы уверены в том, не побоюсь этого слова, что враг пройдет. Военнослужащие части неоднократно принимали участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе, за что получили правительственные награды. Часть уже не раз занимала первые места в Центральном федеральном округе. Все ее заслуги отметил глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин. Администрация муниципального образования города уверен, что охрана и оборона Смоленской атомной электростанции, а значит и город, в надежных руках. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов в воинской службе. Военнослужащие части 3678 заслуженно принимали поздравления и награды за свою достойную службу по охране Смоленской атомной станции и на благо России.